1 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Юшко, без которого существование театра невозможно представить. А самому Народному театру исполнилось бы 60 лет. Подробности далее. Человек-творец, мастер добрых дел или Анатолий Юшко. Художник приехал в округ в 1957 году, но регион стал его второй родиной. История Народного театра, да и Нарьян-Мара в целом, тесно связана с именем Анатолия. Он был художником и заведующим постановочной частью. И в 1961 году вместе с заслуженным работником РСФСР Моисеем Немчиным стоял у истоков одного из первых в стране северных театров со званием народного коллектива. Все декорации, костюмы, эскизы костюмов, это разрабатывались, конечно же, Анатолием Ивановичем Юшко. Это был замечательный человек, замечательный художник, но кроме того, он еще был прекрасным актером-любителем. Помимо этого, Анатолий Юшко известен старшему поколению благодаря работе оформителя в различных организациях Нарьян-Мара. Он также был причастен к обустройству интерьера Дома культуры. Даже брелоки в гардеробе были подобраны по последним эстетическим канонам. А в 1965 году Анатолий Юшко совместно с автором «Обелиска Победы» Олегом Токмаковым разработал и выполнил главные элементы композиции памятника. В 70-е годы 20 века благодаря Анатолию в здании почты появился красивый арт-объект. Вот многие помнят еще, наверное, на почте оформление, это было шикарное по тем временам, это вот 60-е годы, начало 70-х, когда после ремонта центральный зал на почте преобразился, там появилась карта округа, светящаяся с населенными пунктами. Анатолий Юшко скончался в 1993 году, захоронен на заводском кладбище. Сергей Никулин в начале 2021 года обратился в департамент образования с просьбой благоустроить захоронение творца. До этого все делалось силами работников Дома культуры, так как родственников, проживающих на территории региона, у Анатолия нет. И вот 1 декабря, в честь столетия со дня рождения творца, обветшалый крест был заменен на новую мемориальную плиту. В рамках Года добрых дел при поддержке губернатора Ненецкого самого округа и Ненецкой нефтяной компании мы провели реконструкцию памятника на могиле Анатолия Ивановича Юшко и провели благоустройство территории. Установка памятника несет и просветительскую миссию, чтобы нынешние молодые участники театральных коллективов Ненецкого округа знали людей, которые приложили собственные усилия для развития культуры в маленьком, обособленном, но очень самобытном регионе. Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, Владислав Носкин, телеканал «Север».